Друзья, всем привет! С вами Светлана Еньшева, это мой канал «Переехать в Болгарию». Сегодня делаю видео о бюджетном жилье, а именно о домах с земельными участками. Несмотря на то, что я практически в каждом своем видео говорю о том, что я не занимаюсь вторичкой, очень многие просят меня помочь как-то в выборе недорогого бюджетного жилья в деревне. Некоторые просят за 6 тысяч, кто-то просит за 10, за 15 тысяч. Ну, такое жилье, конечно, в Бургасе вы не купите, но в деревнях подобрать можно. Значит, я определила формат, в котором я буду работать с таким жильем. Значит, услуга будет для вас платная, 250 евро. Я подберу вам не менее 5 вариантов такого жилья. Значит, кому интересно, пишите, пожалуйста, в личку. Как всегда, моя почта будет находиться внизу под видео. Кому это интересно, поставьте, пожалуйста, лайки. Значит, что хочу сказать. Многие спрашивают, если мы будем жить в деревне, где будут учиться наши дети, если у нас семья с детьми. Значит, сейчас со школами в Болгарии нет вообще никаких проблем. Если даже в селе нет школы, то школа есть в каком-то районном центре. И детей туда возят на автобусах и привозят каждый день обратно. Поэтому со школами никаких проблем нет. С детскими садами точно такая же ситуация. Если у вас есть карта ВНЖ, то вы можете своего ребенка отдать в любую болгарскую школу или детский сад бесплатно. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Кому было интересно, ставьте лайки. Всем пока!